Здравствуйте, я хотел бы, чтобы меня немножко послушали. Я с Литвы, меня зовут Марис, я пастор церкви. Я хочу одно место из Писания вам рассказать. Библия говорит, что дьявол пришел красть, убить и погубить. Христос пришел дать жизнь, жизнь с избытком. Почему я здесь стою и говорю вам Слово Божье? Потому что однажды, 13 лет назад, моя жизнь была полностью разрушена. Я умирал от депрессии. Я был в зависимости и жил полную проклятую жизнь. Моя жизнь не приносила никакого удовлетворения. И однажды попал людям, которые мне проповедовали Евангелие, как я вам. Они говорили: Мариус, если ты откроешь свое сердце и примешь Иисуса Христа как своего Бога и Спасителя, Он полностью изменит твою жизнь. Я решил попринять Иисуса в свое сердце, помолился молитвой покаяния, и Бог полностью изменил мою жизнь. Библия говорит, что Евангелие – это сила Божья ко спасению каждому человеку, кто поверит. Что это за сила, что может изменить человеческую жизнь? Это сила, она может решить любую жизнь. Хочет прийти в твою жизнь и изменить твою судьбу. Только есть одна проблема. Между Богом и человеком есть стена под названием грех. И Библия говорит, если ты исповедуешь свои грехи, то Он, Иисус, праведен и чистен, чтобы очистить вас от всякого греха и беззакония. И если ты сегодня откроешь свое сердце и впустишь Иисуса Христа твою жизнь, твоя судьба изменится. Я сегодня улетаю в Литву, и сегодня я хочу помолиться с тобой, потому что ты не так случайно слышишь мой голос. Если у меня есть в руке молитва покаяния, ты можешь взять этот буклетик и придя домой помолиться, или просто сейчас молиться со мной этой молитвой. Библия говорит, если сердцем будешь веровать, что Христос воскрес из мертвых, и устами исповедуешь, ты будешь спасен. Ты можешь молиться со мной этой молитвой. Послушайте, слушайте меня и смотрите на меня, пожалуйста. Твоя жизнь и судьба зависит от Господа, не от президента, не от твоей зарплаты, не от твоей профессии. Твоя жизнь от Господа нашего, Иисуса Христа. Потому что есть Он жизнь. Он есть Бог, источник жизни. Ты можешь молиться со мной этой молитвой. И всякое разочарование, всякая ложь на твоей жизни, она рухнет. Ну давай, можем молиться. Скажи: дорогой Иисус, повторяй: Иисус, прости мои грехи, приди в мое сердце и стань моим Богом. Я каюсь в своих грехах и прошу тебя, Иисус, запиши мое имя в свою книгу жизни. Аминь. В этом районе есть церковь под названием «Сила пробуждения». Здесь есть адрес этой церкви и по адресу Гната Коткевича 27. Вы можете взять этот адрес. Тут очень хороший пастор будет молиться за вас, ответит на все ваши вопросы. Пожалуйста. Пускай вас Бог благословит.